Умывается, что деловая колбаса. История, что он такой любвеобильный, как мама говорит по рассказам, и начал с женщинами гулять там, ну, видимо, и ей начали письма вот с угрозами приходить от других женщин. Ну, в общем, и у них какая-то вот такая вот причина, что, да, разошлись, в общем, они. И все. И вот он улетел туда, после армии, вот он, и она осталась со мной здесь. А потом она мне рассказала, что папа там что-то случилось, его нету, не существует, ну, грубо говоря, умер там и так далее. Да, вообще нету его, не существует его у меня. А я же понимаю, что деньги-то идут как-то, кто-то же мне платит деньги. Алименты, да, кто-то же приходит. Ну и я и говорю, задаю вопрос, говорю, мама, говорю, вот бумажки, я их раньше уже видел, говорю, а откуда приходит? Ну, она уже не стала сказать, ну, у тебя есть где-то папа живой, у тебя где-то, наверное, сестры есть, там, братья уже есть, наверное, кто-то да есть. Где-то в Донецке. Да, где-то там, в Украине. Он до 18 лет владел, как-то порядочным мужчина, достойный, то есть у меня к нему вопросов нет никаких. И информации больше никакой, ни письма не приходило, ни каких-то там звонков, ничего. Юрий, ты нам прислал фотографии своих родителей. Да. Давай посмотрим. Давайте. Ох, морячок какой. Это свадебная фотография? Да, это вот у меня бабушка посередине моя, ветеран медицины, ребенок войны. Ну, все родные, дядя мой родной, вот маленький стоит. Это вот мой папа родной, вот мама сидит, родная. Сидит, который в центре, да? Да, сидит в центре.